Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда 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 Банде Радика Чарна Дайам Гопи Джану Сумайуттам Бриндаванам Манохар Ванча Калпатару Васхи Пасим Девач Патитанам Павани Бхавишнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Бачалам Пангум Ланхайти Гирин Яккитатамахам Банде Парамананда Мадхавам Бриндаваной Туласи Девой Пиявой Кешавасвач Кришнабхакти Паде Деви Саттаваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттамам Девин Сарасватим Весам Тато Жайо Мадивай. Санкетане Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасанича Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакха Джагадарана Дейям Садапари Бхагавна Мавишча Духам Тетас Бадам Сива Виранчинатам Сараньям Витатихам Панатапал Бхабадхитутам Банде Махапурусате Чарна Аравиндам Яттада Паллавана Качамна Маничатая Вишурджи Такимапигапу Адусва Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сара Муртихи Сарадхикамай Кадакитану Паруса Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Рама Харе Рама 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 Харе Аджану Ламмита Худжау Канука Аватату Сангетану и Кавитару Камала Ятакшу Вишам Бару Диджавару Джагадхар Мепалу Банде Джагатрия Кару Каруна Ятару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Пада Панкаджам, Сирасурайр Вандито Диббаюпам. Муктинча муктинча дадати ниттам Бхавану рупена сада наранам Ганга таранга раваниня дата калапам Гаури нирантара дивуши табам бхагам Нараяна приямананга мада парам Варанаси Прабхупати Бхагави Шанатам Ваги Саджасья Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Ясясиде Самби Твам Сингамахам Ваги Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе.
गौरांगवती ध्वजा स्थितमती श्री गौरधाम सत्ताशुसंग विरती दुष्टो व्यथानी श्रीरूपरती सजा सनातन नती श्री जीव तेजो स्थिति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद गौरी गोष्ठीपति said that nothing permanent in this material world, all temporary. Nothing permanent in this material world, all temporary. We must go out of any attraction or repulsion. Шрила Прабхупада сказал, что в этом мире нет ничего постоянного, все временно, и мы должны избавиться как от влечения к этому миру, так и от вращения. Иначе Харибаджан практически невозможен. Настоящий Гауди Саду, он всегда пытается видеть все с такой мудрой концепцией, чтобы понять настоящую причину, последствия не вечных объектов. С другой день я так много говорил об учении Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады. Уникальная сиддханта, которая очень редка в этом материальном мире. Много раз я вынужден был говорить во Вриндаване, что до сих пор у нас есть возможность слушать или изучать писания таких ачарий, как Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишну с вами, Нимбаркачарья или какие-то другие ачарья. У нас есть возможность слушать их всех. Но такая сиддханта, данная Шрила Прабхупадой, Наяна Мани Манджари, она практически невозможна. Это уникальная сиддханта, поскольку Радхарани, если мы сможем найти Радхарани, то Радхарани нас окажет так. Мы не можем надеяться получить такую сиддханту не от никакого другого ачарьи. Это только по указанию, по милости Верховного Господа Шрилы Рамануджачарья. Он достиг какого-то определенного уровня, Мадхвачарья какого-то другого уровня, и вот каждый ачарья достиг своего определенного уровня. Но если мы найдем Радхарани среди нас, то тогда мы можем ожидать обрести такую сиддханту, которую мы обрели от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, который есть на Наяна Манджари. Иначе это невозможно обрести такую высокую сиддханту от кого-то еще. И вот в другой день я говорил, один важный вопрос был спрошен у Ханумана Махараджа. И вот важный вопрос был спрошен у Дроначал Парбат. И вот очень спросил он о Санатана Дхарме, что такое Санатана Дхарма. И Шрила Хануманджи Махарадж, он вынужден был ответить очень вот так. Крите патикритам ишаха дхарма санатанаха. This means, и вот он, this sanatana dharma is going to teach сказал, us the extreme dharma, dignity and gratefulness unto the lotus feet of Supreme Lord and His devotees. Уважению и почтению лотосным стопам Верховного Господа и Его спутников. Санатана Дхарма — это выражение благодарности в наивысшей степени, и поэтому мы должны
готовы служить Верховному Господу и Его преданным без каких-либо ошибок, поскольку мы вечно благодарны им. И каждая дживатма, они все вайшнавы. Они могут признать это или не признать, это не столь важно. И, естественно, когда мы обнаруживаем наши обязанности по отношению друг к другу, в начале всего, если мы the sense of relationship behind going inside your heart, then we can have a clear conception about this sambandha jnana. What is the relation of Supreme Lord? Какая же наше отношение с Верховным Господом, с Майей? Какое отношение Господа с Майей, с Дживатмами, и Дживатма с Майей? Что такое материальный мир и прочее? All different kind of big fields, wide. So, when we can discover our duty for each other, обнаружим наши обязанности относительно каждого, особенно относительно Верховного Господа и Его преданных. Actually, when we can see the whole world in relation to the Supreme Lord, in that case, immediately the whole world can become automatically free of any problem. Automatically. So, by now we can understand. Мы видим все в связи с Верховным Господом, то тогда никаких проблем в материальном мире не остается. И вот и мы можем понять, что такое атмадхарма, санатана дхарма или вайшнава дхарма. Это все синонимы. И вот как мы можем сказать, что they are vaishnava of those who want to identify themselves as a great enemy of Gaudiya Math. И вот как же так получается, что какие-то вайшнавы говорят о себе, о как о врагах Гаудия Матха? И как мы можем говорить о таких, что они вайшнавы? Whereas we can find they are going to видим, identify themselves as the enemy of Gaudiya Matha, Gaudiya Matha, без всякой причины. Они выступают против Шрилы Прабхупады и его миссии. Whereas they cannot deny their direct link with the Gaudiya Matha. Отрицать свою прямую связь с Гаудия Матхой, это практически невозможно. И вот если мы сможем доверить коту, чтобы он заботился о гашке полном молока, то что мы можем ожидать взамен? Все заняты лабха пуджа пратиштхой, и это зовется, ну, это есть большая проблема. Если змее дать горшок молока, то все же эта змея, она укусит нас. В итоге она все равно ядовитая будет, только яд может нам дать. И это настоящее пример нам, чтобы мы поняли пример Гуру Грахи, те, кто против Гуру Вайшнава. Чтобы понять их, мы должны вот проверить. И раньше к Пурушоттам Дхаме, как определить, кто из Вайшнав, and who is not как определить, кто вайшнав, а кто нет вайшнав, не вайшнав, как определить и как поймать их? Siddhanta given by Prabhupada. Prabhupada speaking, if we can see
Шрила Прабхупад говорит, если мы видим, что они всегда выступают против Гуру Вайшнава, их сиддханты, их действия, и когда мы находим, что такие люди постоянно против Гуру Вайшнава относительно сиддханты или еще чего-то, и тогда мы должны понять, что они гуру-драхи, точнее. Они не последователи Гурудева, а его эти противники, они не настоящие вайшнавы. Шрила Бхактивинода Тхакура много раз говорил, вайшнава чаритра И вот Бхактивинода Тхакура говорит в своих писаниях, что те, кто критикует, Гуру и Вайшнава, в чистых Гуру и Вайшнава, они Гуру Драхи. И мы не хотим смотреть на их лицо, что говорить чтобы говорить о них или о том, что они пишут или говорят. Мы не хотим даже видеть их. И не хотим говорить с ними, мы хотим избегать их. Even in dream, it is quite impossible for us to think that way. Whereas as per authentic Shastra Vichar, но не все могут делать так, даже во сне не могут подумать, хотя в шастрах Шримад Бхагаватам Бхагаван Шри Кришна говорит перед Удавой, that Acharya Mam Bijaniyat Nava Manet Karhichit. Вот эти слова он говорит. Acharya Mam Bijaniyat Nāva manneta karhichit Nā martu buddhvā suyeta sarva deva mayo guru. O Dhab, try to understand that I myself appear in the form of Acharya. И вот Кришна говорит, что я сам являюсь в форме Ачарьи. Будь уверен, знай, что я являюсь в форме Ачарьи. Никогда не пытайся игнорировать, оскорблять Гурудева, Ачарью, никогда не завидуй к Ачарье. Мы никогда не должны выражать никакого материального представления о Гурудеве. Гуру из Сарвадевамай. All Guru. Inside Guru, all demigods, they are there. Внутри Гурудева различные полубоги пребывают. Сакшат Харитвина Самаста Шастра, как вот, согласно этой шлоке. This shloka you know by the Sanat Chakravarti. You should know it for sure. That Gurudev is Sarvadeva Moy. Наверняка, что Гурудев это Сарвадева Мой. И в этом случае, как мы можем критиковать Гуру Вайшнава? Как мы можем выступать против Гуру Вайшнава? И в этом случае, когда мы говорим, что кто-то выступает против Шрилы Прабхупады, против миссии Шрилы Прабхупады, то в этом случае, как мы можем сказать? That surely they are big acharya, jagat guru, not a matter of joke. How we can speak that way? Whereas the minimum qualification of saranagati, which is most vital factor, is not found in them. И вот один за одним я могу примеры приводить, как Шрила Прабхупад. Он хотел принести какую-то революцию в нашу жизнь без какой-либо корысти, но мы очень глупы, что не смогли понять Шрилу Прабхупаду. Мы заняты своими собственными какими-то корыстью своей какой-то, и это не вопрос какого-то секторианства.
This is not any question of sectarianism, but Но this is simply a question это просто of вопрос человечности. Это вопрос человечности. Degradation и вот деградация человечности, она должна быть остановлена. Да. Degradation of humanity, how we can Как мы можем потерпеть деградацию человечности? Это должно быть... Мы должны сожалеть об этом. Шрила Бхактивинода Тхакур в одном из киртанов говорит, и вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, чтобы дать четкое представление о том, как мы можем иметь отношение, какую любовь мы должны иметь к Гуру Вайшнавам. Я могу несколько примеров привести один за одним. Шрила Бхактивинода Тхакур дает пример собаки, что собака, она известна как самое верное создание во всем творении. И вот Сачидананда Бхактивинода Тхакур, он был вынужден привести пример этой собаки, чтобы прояснить значение шаранагати. Собака всегда готова защищать интерес своего хозяина, и в этом случае как мы можем определить кого-то как ученик Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати, Госвами Тхакур, хотя все мои действия и слова могут доказать обратное, что мы против Шрилы Прабхупады и его миссии. Я слышал пример от одного вайшнава, что даже львы не могут то есть, если какой-то человек заботился об льве, то Лев его уже не может вреда какого-то принести. Если лев, например, болен был, и какой-то человек заботился о нем, этот лев вынужден был получать помощь от такого человека, то впоследствии, если лев выздоровеет, даже будет злой и голодный, то он такого человека не тронет. И вот я слышал пример от одного вайшнава, вот он говорил, что даже такой свирепый лев не может напасть на человека, от которого он, то есть напасть на того человека, который заботился о нем, о льве. From this practical example, we can understand, or we can learn, that how exclusive way. И вот из этого примера мы должны понять, с каким огромным чувством благодарности мы должны относиться к Садгуру Вайшнавам. Мы должны быть вечно благодарны им, и мы не должны сомневаться или как-то колебаться в выражении такой благодарности. И вот в общем Махарадж пример приводится. Вот давно один раб был, ну еще пример с этого, когда рабовладение было давно. И вот, в общем, этот раб, он убежал, поскольку его хозяин плохо о нем заботился. Это пример. I'm speaking. И практически пример, который давно случился, то ли в Испании, то ли в Португалии. Вот была рабовладельческая система в те времена. И этот раб. The slave was in great problem because of the abnormal torturing. В общем, по одним плохо заботились, как-то решил он убежать. И успешно смог убежать.
to an adjacent forest somehow. Убежал в какой-то близлежащий лес вечером. It was night time, evening over. It was night time, and there was torrential rainfall вечер был. With strong wind blow. С этим. With strong wind blowing. Ветер очень сильный был. Так или иначе, этот человек, он вынужден был в пещере заночевать. All around deep darkness. Nothing was visible. Nothing. И ничего не было видно. Одна тьма вокруг. Suddenly, due to strong lightning, the flashlight was sufficient for him to discover a гроза была и этот, молния была, и этот человек из-за света молнии увидел, что в том месте, в той же пещере, где он был, там лев был. Льва была нога повреждена, она истекала кровью, и вот из-за этого лев, он плакал буквально. Just the next day, very early in the morning, the slave. И рано утром этот раб решил собрать травы и прочих аюрведических трав, чтобы помочь этому льву. И вот он собрал. From where continuously blood was leaking, flowing out, and not only that, but also with a piece of cloth taken from his own cloth, he started dressing the injury. И вот он со своей одежды оторвал кусок и замотал этого льва, ногу льва, чтобы ему легче было. И вот потом этого раба начали искать, послали команду на поиски. And the master was successful to catch him and to take him. И вот, в общем, его поймали и назад увели, to give him a heavy punishment, чтобы наказать как следует. Heavy punishment. Together with that, also, и вместе с этим они решили to sell to a circus party. Поймали этого льва, решили льва заодно продать в цирк. They also took decision to take the lion somehow to sell to a circus party. They took decision to arrange a big fighting show among the slave and the lion someday in near future to collect huge amount of money from public. On those days in Portugal, Spain, and you know, ну, еще решили устроить цирк, борьбу между этим рабом и львом. The date was fixed up. И вот собрали денег, организовали место, назначили время. И вот, в общем, этого раба привели и заставили сражаться с львом. Много людей пришли, чтобы посмотреть на это шоу. В общем, лев к тому моменту выздоровел. Medicine was applied there by the slave already. So, on time, the slave was forcefully thrown inside the cage of the lion. Also, the lion started running to get the раба кинули в клетку с львом. Лев уже собрался его съесть, но внезапно вспомнил, что он о нем заботился, все удивились. И когда этот лев учуял запах того человека, который заботился о нем во время того, как он болен был, the lion received treatment, then
lion could not attack him. И вот тогда лев уже не смог напасть на него, поскольку of the nourishment received. Он заботился о нем, и инстинкт льву не позволил напасть. Лев был очень благодарен ему, и этот и такая благодарность, она найдена даже в этом льве. А в нас и такой благодарности не всегда можно найти в адрес Саду Гуру Вайшнава. В этом трагедия. И это такая болезненная ситуация. One cannot arrange. Не каждый может организовать. One cannot arrange. One cannot arrange. One cannot arrange the procedure to destroy the mission of Srila Prabhupada. Не каждый может что-то сделать, чтобы разрушить, точнее, даже никто, кроме каких-то великих демонов и оскорбителей, никто не может разрушить или нанести вред миссии Шрилы Прабхупады. Никто не может так что-то сделать, чтобы уничтожить миссию Шрилы Прабхупады и его славу. Но все же для какого-то Васудева и Види Винода и для других они что-то смогли сделать, нанести какой-то урон. Они были с одной группой, но все же. И вот для бывшего Васудева и бывшего Види Винода и каких-то еще демонов они смогли нанести какой-то урон миссии Шрилы Прабхупады. They all could prove their. Они все могли показать. They all could prove their sarnagati unto the lotus feet of Prabhupada. Показать свою. Они they all could prove. Они все были преданы Шриле Прабхупаде в начале, но потом отклонились от Шриле Прабхупады. Не только это, также их служение. Were really very spectacular, excellent. Оно было великолепно. Remarkable seva их служение было очень важно, замечательно. As a special members of Gaudiya Mission. Они были выдающимися участниками Gaudiya Mission, но впоследствии они выступили против Шрилы Прабхупады. They all went against Srila Prabhupada and his mission. И его миссия. They all went against Srila Prabhupada. И вот они все and his mission, выступили против Шрилы Прабхупады. Importance is separately. They wanted to get его миссии, они хотели получить славу отдельно so, от Шрилы Прабхупады. И вот я из этой это шлока из Падма Пурана, я вынужден цитировать ее. От не вайшнавов мы не можем слушать Харикатху. Может быть, какие-то аргументы не приводят, какие-то эти красивые слова говорят, но это подобно змее. Змея, когда она прикасается к горшку полного молока, то это горшок молока, он оскверняется. Может, это похоже на Харикатху. И можно найти бесчисленное количество Сиданта Вирода, отклонения Сиданты. Можно посмотреть на их книги, и там множество отклонений от Сиданты. И вот горшок, который полон молока, он становится непригодным, если даже капля вина попадет в такой горшок молока. И вот так горшок молока становится бесполезным, если хотя бы капля вина попадет туда. И также так или иначе, similarly somehow so much seva
was done before так много служения было сделано ими раньше, now come to a flop end. And if, но оно закончилось из-за оскорбления. Если много оскорблений есть в сердце, то все служение, которое совершалось раньше, оно становится бесполезным. Подобно тому, как слон, он омывается в какой-то в каком-то озере, вот он принимает омовение, выходит из этого озера и осыпает себя пылью. И таким образом хастистан называется, это слоновье омовение. Слоны омываются, но после этого они опять осыпают себя пылью. Что толку от такого омовения? This kind of reprisal attack on Srila Prabhupada and his mission вот, is really unbelievable. И так, такие believe. Нападки на миссию Шрилы Прабхупады и на самого Шрилы Прабхупады мы не можем we поверить в это, мы сомневаемся, что если Самбандхагьяна была в них, с ними, то с теми, кто выступал против Шрилы Прабхупады, имеется в виду, поскольку если бы не было Самбандхагьяны, если мы не можем обнаружить нашу Самбандхагьяну с Гуру Вайшнавом и Бхагаваном, то наше настоящее служение невозможно. Мы можем показать что-то, какое-то подобное служение, но это не будет настоящее служение. И другой случай я хочу вам рассказать тоже с Испании откуда-то. Вот пример вам я хочу привести, чтобы прояснить и показать пример настоящей Самбандхагьяны. И вот это исторический случай я слышал от великого Вайшнава. Он из Португалии. Из Португалии. Его отец вообще отец потерял сына с детства. From childhood, somehow. Only mother. Только мать, она заботилась о этом ребенке. The boy. Someday, when he grew up as a big fighter, и вот потом он, когда like his father, этот ребенок вырос, стал таким же воином, как его отец, и однажды as a big fighter, like his father. Then mother wanted to bring him back. Mother wanted to bring his father back by his son somehow. И вот мать с помощью сына хотела отца назад в семью вернуть, и вот her husband, I mean the father of the son, but not speaking. Но эта жена, его мать, ничего не сказала. Она ничего не говорила о отце. И вот в этот день она решила рассказать все его отце, как он, как она потеряла его, и так или иначе, чтобы найти своего собственного отца. Этот сын, он узнал, что какие-то сведения о отце, мать ему кратко рассказала. Его отец был великий воин. Он сражался от имени царя той страны, где они жили. И также в этом и вот он был также иногда таким боролся на публику, таким был, как его.
Ну, в общем, выступал на показ, соревновался с кем-то, и так случилось, что знающий или не знающий, осознанно или неосознанно, какое-то оскорбление в адрес Гурудева мы совершили, то тогда Самбандхагьяна, она уходит. И вот я этот пример привожу, чтобы мы поняли. И вот этот мальчик, он пришел, ну, уже не мальчик, а взрослый. И вот он пришел в то место, туда, куда жена, его мать отправила своего сына найти своего отца, ее мужа. И вот царь организовал поединок. И так случилось, что поединок был организован вот между этим отцом и сыном. Они были достойны друг друга. The son or the fighter who was just matching for the fighter who is going to fight on behalf of the king. The son. И вот, когда этот отец начал бороться со своим сыном, и вот он, когда начал бороться со своим собственным отцом, и вот он не представился, что он его сын. Он подумал, что сначала мы будем бороться, а потом отец, видя мой героизм, он может узнать меня. Хотя в детстве он оставил меня с моей матерью, но все же мой образ, моя сила, мое поведение, оно напомнит ему обо мне. И вот давай посмотрим, что случилось. Что случится? И вот с такой надеждой он начал бороться со своим отцом. Очень, так сказать, тактично, но... Он не хотел отца прямо как-то... By the sword of father, he was heavily убить, но отец его очень сильно ударил, и он был на волоске от смерти, он упал, когда он начал кричать: «О, отец, отец!» И, слушая этот звук, этот отец, он был удивлен, он понял, и внезапно он побежал. And crying. И начал плакать. He could realize, и он осознал, что он должен быть моим тем потерянным сыном. It must be my lost son. Then started crying heavily. И тогда он начал тяжело плакать. Then started crying heavily, very heavily. The spectacular thing is that immediately after the discovery of the relationship, father and son, и вот смотрите, когда они обнаружили, что они родственники, отец начал плакать, но заметьте, не перед этим, а после этого. Immediately after the discovery of the relationship, поскольку и вот после того, как они открыли, обнаружили, что они отец и сын, the duty for him, duty for the son, automatically appears inside the heart of father. Отец начал вести себя как отец. Если смотрите, такие материальные отношения, материальная родственная связь может явить такие чудеса.
can show such magic spell, then what to speak about the transcendental relationship between трансцендентных отношениях между гуру и учеником. И другой пример хочу цитировать здесь. Two mother fighting with a baby. They are approaching the court. И вот две матери, они спорили за ребенка, чей ребенок, и пошли судиться, и царь не знал, что сказать, кто настоящая мать, а кто нет. Very nice boy. One speaking, my son. Another speaking, no, my son. И вот одна говорит, это мой сын, другая, тоже мой сын. И царь не знал, что же делать, кто есть кто, кто настоящий мать, а кто ложный. И вот он решил. In front of, you know, that two ladies, Matajis, well, I can cut this boy into two pieces and give one piece to each of you. Okay? И вот царь сказал, ну, давайте тогда ребенка пополам разрубим и разделим. Одна половина получит, и другая половина. Falsely. И вот он уже занес меч, чтобы разрубить его, чтобы обнаружить, кто настоящая мать. Вот одна из женщин закричала, что нет, не надо его убивать, не надо его делить, это не мой сын. Это сын вот той женщине, отдайте его ей. И тогда царь сразу понял, что она настоящая мать того, этого ребенка. И смотрите, очень прекрасный пример. So, и вот, if this kind of material relationship can show such magic, can show us such magic spell, then what to speak about the transcendental relationship? Если даже такой материальный пример, он может вдохновить нас, то что говорить о трансцендентных отношениях между гурудевом и учеником? Каково значение слова дикша? Само слово дикша значит развить самбандха гьяну. If I am initiated 30 years back, still today, if I am not getting any samandha gyan, actual appropriate samandha gyan, what kind of diksha was there? What kind of diksha? Если мы, например, получили дикшу 30 лет назад, но не развили наших отношений с гурудевом, то что толку от такой дикши? Может быть, садгуру истинный, но мы недостаточно искренни, или мы были искренни, но садгуру был не настоящий. Но есть такова сиданта, что искренне никогда не будет обманут, и Баладев, он поможет нам обнаружить, найти настоящего садгуру. Дикша, она сама по себе значит обнаружить самбанта гьяну, развить самбанта гьяну в нашем сердце. И вот садгуру, он может вложить самбандхагьяну в сердце ученика, и он дивбхогьян ятудадьят курьят папасо саншаям. All infinity pop. Все бесчисленные грехи, они могут быть уничтожены после того, как мы получили милость гурудева. Это очень просто. Главное – обрести дивья гьяну, божественное знание самбанта гьяну, абхидея гьяну, прайоджан гьяну. Это главное. И поэтому мы не можем сказать, что дикша Парикшит Махараджа не была успешна. Шрила Прабхупад говорит, что значит дикша. Если нет then what kind of diksha? Развитие божественного знания, то что это за дикша? See, through Bhagavad Katha, Srimad Bhagavad Ji Mahapuran, Bhagavad Katha Amrita. И вот через Srimad Bhagavatam
Симат Бхагаватам Харикатхамриту, Парикшит Махарадж слушал Харикатху от Сукадева Госвами, и Шрила Прабхупад говорит, через это слушание Харикатхи, Бхагаваткатхи, автоматически дикша она была исполнена. Не было никакого недостатка. И Парикшит Махарадж был 100% искренним. И поэтому такой вопрос Атхато Брахма Джигьяса. Атхато Брахма Джигьяса, Атхато Таттва Джигьяса. This kind of jigyasa interrogation и такой вопрос должен быть у нас внутри искреннего искателя дикши. Искренность должна быть у того кандидата, кто хочет получить дикшу, а сейчас, к сожалению, нет такой системы. Далеко не все хотят следовать этой системе, которая описывается в Хари Бхакти Виласа Шрила Санатана Госвами Пада. Никто не следует этому. И вот они хотят доказать, что они более милостивы, чем Шрила Санатана Госвами. Но это глупо. И вот можно вспомнить, Санатана Госвами настолько милостив, что даже с Чайтанья Махапрабху он не мог описать, насколько милостив он. И вот в этой шлоке говорится, что лучше него нет никого во всех трех мирах. Сам Санатана Госвами говорит, что это великая личность, великий вайшнав. Такого великого вайшнава мы не можем найти во всех мирах. И вот можно вспомнить, достаточно давно я говорил, приводил такой пример. И вот Санатана Госвами Пад однажды утром пошел принять омовение в Ямуне. И другой саду тоже принимал омовение, там и Санатан Госвами увидел одного скорпиона, который упал в воду с рядом стоящего дерева. Санатан Госвами поймал этого скорпиона и посадил назад на дерево. А тем временем скорпион укусил Санатан Госвами. Another sadhu was then taking bath, watching this incident. И другой саду принимал омовение, смотрел на это все. Again the scorpion fell down again on the tree. Again Sanatana Goswami catching the scorpion and took the trouble to put on the tree to save its life. И Санатана Госвами опять поймал этого скорпиона, посадил на дерево. Он его укусил опять. И другой саду сказал, что ты делаешь? Он пытается укусить тебя, а зачем ты его спасаешь? Санатана Госвами засмеялся и сказал, хорошо. The scorpion can give only poison to me because the only belonging. Этот скорпион он может дать мне яд, поскольку это единственное, что у него есть, а по милости Верховного Господа. Because Sanatana Goswami can see the whole world in relation to Supreme Lord. В связи с Верховным Господом, в этом разница. Long ago, I was speaking in Vrindavan one history, one nice, you know, incident. И вот во Вриндаване достаточно давно говорил об одном случае. Один богатый человек раздавал одеяло с разным саду. И вот была большая очередь, и этот богатый человек раздавал одеяло саду. И вот какой-то человек, никто не был саду, просто одевался как саду, он одно одеяло уже получил, потом переоделся и опять пошел второе одеяло получать.
Но этот богатый человек, который раздавал одеяло, он запомнил его и сказал, что уже дали тебе одеяло один раз, хватит. Пускай другие берутся, но этот человек сказал, не-не, я только первый раз пришел, ничего не знаю. И в итоге был помощник этого человека, он тоже вспомнил, что он уже ходил, одеяло ему уже дали, и больше не дадут, и этот человек сел рядом, начал ругать того человека, который одеяло раздавал. Gentleman speaking to that rich man. И какой-то человек сказал этому раздающему одеяло, смотри, о Сэджи, этот человек ругает тебя. И этот Сэджи засмеялся и сказал, что у меня одеяло есть, я одеяло раздаю. So only the property he has. А то у человека единственное, что есть такой гнев, и поэтому гневается на всех и ругает всех. Одна ругань в нем, и пускай раздает эту ругань. Что могу сделать? Я одеяло раздаю, которое у меня есть, а этот человек ругается. И вот такой пример я привожу, чтобы показать вам, как мы можем узнать настоящего саду и лицемера, демона. Хотя Равана пришел, смотрите, в одежде саньяси, но все же Джатай, он все равно понял, что он демон. Он ракшас. И вот только после развития самбанта гьяны Бхагават-сева, Гуру Вайшнава-сева, все возможно только после развития самбанта-гьяны, не перед этим. Шрила Прабхупада говорил, что настоящая дикша и так называемая дикша, она не то же самое после обретения настоящей дикши. От садгуру человек получает право in Bhagavad Seva. Совершение Бхагавад-севы. И вот после достижения настоящей дикши от садгуру, этот человек получает возможность совершать Бхагавад-севу. Не перед этим, иначе невозможно, поскольку ложная дикша, она не может позволить нам достичь того совершенства. И вот так называемая дикша не может помочь нам в обретении дивья-гьяны, божественного знания. И это практически бесполезно, поэтому единственное благо, которое можно получить, Шрила Прабхупада говорит, что так называемая дикша может какой-то сукрити только нам дать. И дикша и вот если эта дикша, дивья-гьян, она не проявилась в сердце какого-то ученика или кого-либо, кто должен был получить эту дивья-гьян, ну, то это не дивья-гьяна и не дикша. И что за дикша тогда это получается? И вот недостаток самбанта-гьяны, он может принести нам огромные проблемы, что говорить о служении. И вот недостаток самбанта-гьяны, он может нас привести в какие-то нижние миры, на адские планеты, не туда, куда нам надо. Towards
wrong direction. Also, и также you should remember, мы должны помнить. Also, you should remember, we should also we should remember that if already Саммандагьяна was manifested, если Саммандагьяна уже проявилась, то в этом случае что случится? Already manifested Саммандагьяна can get vanished. И уже проявленная Саммандагьяна в этом случае может пропасть. Например, Саммандагьяна уже появилась в ком-то, но это также может пропасть, если оскорбление случится в сердце того человека. Оскорбление значит деградация сознания. Аппарат means consciousness can go down and down. И вот аппаратха значит оскорбление, то есть из-за оскорблений наше сознание опускается, из-за тяжелых аппаратов. День за днем наше сознание будет деградировать и дойдет до нуля. Due to аппарат, big аппарат, great аппарат, day by day, consciousness can come down to и вот из-за таких оскорблений наше сознание может до такого уровня опуститься, что у нас останется только я и мое. Also, только эти понятия у нас останутся в случае оскорблений. И в итоге go up to such a zero level that, you know, that jivatma can take birth as trees and, you know, и вот может иногда опуститься до такого уровня, что душа родится в форме дерева или насекомого. И вопрос, как для ученика возможно выступать против Шрилы Прабхупады и его миссии, если он вообще ученик Шрилы Прабхупады. Then now question is that how it is possible for a disciple to go against Srila Prabhupada and вопрос тогда, как возможно для ученика Шрилы Прабхупады выступать против Шрилы Прабхупады и его миссии? Может быть, сознание его опустилось или может настоящая дикша не случилась? Was there or not? Была и не была, это уже вопрос, и вот, в общем, или его сознание, оно опустилось, или процедура дикши не была закончена в его жизни. Иначе как это возможно для настоящего ученика выступать против Шрилы Прабхупады, его учеников, его миссии? Any amount of scriptural analysis cannot prove. И никакие писания не могут доказать, что он ученик, то есть кто-то выступает против своего Гурудева. Внешние признаки какого-то великого служения, like huge publication or establishment of so many mosques all around the world, etc., is not the direct evidence of Guru Bhakti. То есть если человек что-то делал, строил храмы большие, это еще не признак Гуру Бхакти, не признак преданности Гуру. Be careful. Будьте внимательны. Is not at all the direct evidence of Guru Bhakti, without which everything zero. Without Guru Bhakti, everything zero. Без Гуру Бхакти все ноль. Шрила Шринивас Ачарья, можете вспомнить. Many times before I wanted to discuss this point. Много раз я говорил об этом, что Шринивас Ачарья, великий Шринивас Ачарья, told that Балаван Адару Ясу Нашад Гуру Падамбуе. Вот такие слова. Срутой Рупи Тасса Сасса Стрейр Кришне Бхакти Наджая. Balavan adaro yasso na sad guru padam bhuje. Balavan adaro yasso na sad guru padam bhuje. Sutoi ropi sasasrair kishne bhakti na jayate.
This means until and unless tremendous affinity unto the lotus feet of Sadguru is not felt, all analytical study of Veda, Vedanta, Upanishads, Purana, etc., all sastras cannot yield even a drop of Krishna Bhakti in the life of a devotee, a disciple. A disciple, a devotee who is not going to preданное, развивает огромные любви и преданности к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, мы не можем надеяться. И поэтому много раз я говорил, так много шлок из 3 шлоки, 11 шлоки и прочих. И вот в итоге Шрути, Смрити, Пураны и остальные. Шрути, Сиди, Пуранади, Панчараттинг, Бирингмина, Айкантики, Гуру, Айкантики, Харер Бхакти, Утпатай, Вакальпате. It is written there in Shastra. И вот в Шастрах говорится, что великая проблема под именем Бхакти. И вот под именем Бхакти вот есть одна проблема, поскольку без должность сиддханты, без аналитического вичара, без поддержки Шрути, Смрити, Панчаратра Видхана, если Панчаратра Видхан поддерживает этот, о котором я уже говорил, огромная вера в Гуру должна быть, и Панчаратрик Видан, согласно дикше, которая одобрена в этом Панчаратри Видане, Гуру — это все. Все и вся. Без Гуру весь мир он чичомен. Как в этой шлоке говорится, агьяна тимирандасья, вот это агьяна джаншалакая, в этой шлоке, и вот Шрути, Свити, Пураны и все панчаратра. И вот они говорят, что есть различные сиддханты, различные правила и предписания, различные виды служения, они могут все остальные писания, они говорят, что если мы находим, что нету связи между Гуру и Гуру Варга, если мы нарушим эту связь Гуру Варга и Сарасват Гауди Гуру Варга с нашей Гуру Парампарой, то вы будете создавать какую-то отдельную сиддханту, отдельные правила и предписания, какую-то новую религию создадите, то чтобы люди не смогли прийти в контакт с великими вайшнавами и не смогли слушать великих ачарий, то в этом случае такие люди не могут развить сознание. И это программа, то есть это... такая система, то есть люди, которые создают что-то свое и не следуют пути, указанному Махаджанами, это просто система дурачивания. Гуру Крипа Хи Кевалам, Гуру Крипа, милость Гуру – это все и вся для нас, без которой мы не можем совершать Харибаджан. И вот вопрос в том, что обычные люди не могут понять сокровенную суть баджана. Обычные люди не могут понять сокровенную суть баджана, они не могут понять, что такое баджан. Слепой не может быть введен другим слепцом.
Прахлад Махарадж, он же сказал, что один слепец не может быть ведомым другим слепцом в этом ситуации. But this is the condition of this material world. Но это ситуация этого материального мира. Кто может вести кого? С помощью. By the help of money power. Денег. By the help of money power, a materially rich man can try to make. Вот какие-то богатые люди могут открыть какой-то храм, но Шрила Прабхупада говорит, что это невозможно. It is not possible for a material man, materially rich man, to establish a temple. Невозможно открыть храм, настоящий храм из-за своих денег. Это то, что провозгласил Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада говорил, что с помощью денег открыть настоящий храм. One type of karma, это nothing else. Будет какая-то карма, ничего иного. By the money, by the material money power, с помощью денег and effort и усилий to make a temple, establish a temple by a material man is one type of karma. То есть это просто карма, ничто иное, если мы будем пытаться построить храм просто с помощью каких-то денег. Или как божества и храм, и все оно явится. Only big spiritual personalities, духовная личность Махаджан, только он может установить божества и установить матха. Какие-то материалисты никогда не смогут сделать этого, поскольку перед тем, как основать матх, вы должны призвать Анантадева, чтобы он пришел и явился и появился в этом храме, поскольку не призвав Анантадева без этого Атиштхана Анантадева, вы не можете построить храм. И богатые люди из-за своих денег они не могут основать храм. И с помощью денег и усилий это просто как карма, ничто иное. What can be the secret reason? What can be the secret вот, reason? Какова сокровенная причина, чтобы in the form of stabavali, etc. What can be the secret reason to stop the singing of the glories of Srila Prabhupada in the form of Sujan Harbudaradi. И какова причина, чтобы не воспевать славу Шрилы Прабхупады, которая описана в этом киртане Шридхар Махараджа Сужан Арбударади Прабхупада Йогам? Почему кто-то не позволяет петь этот киртан о славе Шрилы Прабхупады в каком-то обществе? Мы можем найти в каких-то местах не позволяют петь этот киртан. Какова же причина? Поскольку причина только одна, то, что такие люди, демоны, которые не позволяют петь этот великий киртан. И какова причина, почему мы останавливаем воспевание этого прекрасного киртана, который поставляет Шрилу Прабхупаду и его миссию? То есть это иногда случается, что люди, которые
Но делая так, они выступают против Гаудия-матха. И такие люди, единственное, что будет за этими действиями, это полное разрушение всего. Если мы избегаем Шрилу Прабхупаду и его Гаудия-миссию, то это главное. То есть, если это является целью чьей-то проповеди, то что это за проповедь? И вот Шрила Прабхупада сказал, что если у нас нет жизни, а жизнь — это шаранагати, то как мы можем проповедовать в Шри Чайтанья Чаритамрите? Говорится, Кришна Шакти, Винанахи, Бхакти Парватам, чтобы утвердить Бхакти внутри других, мы должны иметь Кришна Крипу, Кришна Шакти, чтобы избежать чтобы избегать Шрилы Прабхупады и его Гауди миссию, то вот если цель чьей-то проповеди в том, чтобы избегать Шрилы Прабхупады и его миссию, то что это за проповедь? How this can be possible? Как это возможно? Without Prabhupada, без Шрилы Прабхупады. Without Prabhupada, without Prabhupada, and without his mission, и без его миссии, preaching is totally zero. Проповедь, она равна нулю. Preaching is totally zero. Can come to a, you know, can come to a, you know, flop end. И, в общем, ничего хорошего не случится из-за такой проповеди. Гаудия-мат — это единственный путь к Богу. Это то, что провозгласил Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада много раз хотел сказать, что Гаудия-мат — это единственный путь к Богу. Если это есть слова самого Шрилы Прабхупады, то как кто-то смеет говорить что-то против этого? They can say, that Gaudiya mission is totally failure. И как кто-то может заявлять, что Гауди миссия, она не была успешна в своей проповеди? Как кто-то смеет заявлять об этом? Хотя они должны знать, что Гауди миссия, она началась с благословения Шрилы Панчататвы и всей нашей предыдущей Гуруваги. Я уже говорил об этом. И снова я могу говорить об этом, когда Шрила Прабхупада начал совершать Шатакоти Нам Ягью в читании Матхи в Ваджапатане, то тогда Панчататва и вся наша Гурварга, они явились перед Шрилой Прабхупадой. И в этом случае они дали наставление Шриле Прабхупаде, чтобы он начал проповедовать. И в этом случае, как мы можем сказать, что проповедь Гауди миссии? И вот какова же причина, чтобы перестать воспевать славу Шрилы Прабхупады и его миссии? Какова причина, чтобы прекратить воспевать славу Шрилы Прабхупады и его спутников? Какова причина, чтобы перестать прославлять Шрилу Прабхупаду и его миссию? Почему мы прекратили делать why это? They are going to stop? What can be the secret reason? To train up those newcomers, чтобы in such a way so that учить тех, кто новых, которые приходят в наше движение, чтобы они были против Гаудия-матха в будущем. Разве это причина? To avoid Srila Prabhupada and his Gaudiya mission, избегать Шрилы Прабхупады и его Гаудия-миссию как всего целого. To avoid Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur and his mission as a whole, if this becomes the objective of
И вот если это становится целью нашей проповеди, то тогда как мы можем обрести Кришна Бхакти? Гаудия Матхи — это единственный путь к Богу. Шрила Прабхупад снова сказал мне об этом, что Гаудия Матхи — это единственный путь к Богу. Если это есть заявление Шрилы Прабхупады, то кто смеет сказать, что проповедь Гауди Миссии, она была неуспешная? Как мы можем сказать, что Гауди Миссия была неуспешной? И кто смеет так заявлять таким образом? Гуру Драхи, те, кто не верит Гуру Вайшнавам, и такие Гуру Драхи, они обретают бесчисленные страдания вместе со своими последователями. И также они могут попасть в ад на бесконечное число времени. Like to quote this sloka also. И вот я хочу цитировать эту шлоку также. Тот, кто говорит против неправильно, не проставляет славу своей гуру парампары. Тот, кто нарушает гуру парампару и что-то новое открывает, создает, то вот говорится, тот, кто говорит что-то новое не в соответствии с гуру девом, а какую-то отсебятину создает, то Шрила Прабхупад, он говорил, что малейшее отклонение от пути Гуру Падмы, он может скинуть нас с пути Хари Бхаджана. Обычные люди очень глупы, что не могут понять Сваруп Лакшан и Татастха Лакшан Саду. И поэтому очень просто обмануть таких людей. Обычные люди, они настолько слепы, настолько невежественны, что мы можем их одурачить, и они не заметят. И вот как вот во время коммунистов нельзя было ничего против них говорить. Люди были тоже глупы достаточно, не понимали, что к чему, и не могли должным образом отпором дать. И вот, можно вспомнить, я чуть раньше говорил о том, что как уникально Шрила Прабхупад отправил одного своего севака, который вроде много служения делал в Чатакпарват Гауди Матхи. Шрила Прабхупад хотел отправить его в Ассаме. We are always busy with external development, but Шрила Прабхупада is always busy with our spiritual development. Всегда заняты каким-то внешним развитием, но Шрила Прабхупада думает о нашем вечном духовном благе. Мы должны помнить это всегда. Шрила Прабхупад говорил, что предотвратить неправильное положение дел в этом обществе – это внешне неприятная обязанность Гауди Матха. That is why it is quite natural. И поэтому это естественно, что большинство людей не могут понять великого вклада Шрилы Прабхупады и его миссии. И такие люди выступают против Шрилы Прабхупады.
ignoring all different kinds of lapuja patistha. И вот игнорируя различные виды лапья пуджи и пратистхи и каких-то пожертвований и прочее, Шрила Прабхупад и его миссия. Они хотели говорить об абсолюте, абсолютным образом, всегда, как уникально. Они хотели дать нам величайшую возможность достичь свободы от майи. Шрила Прабхупад, он всегда хотел спасти нас от майи, чтобы занять нас в Харибаджане. Шрила Прабхупад всегда хотел спасти обычных людей от майи, чтобы занять их в настоящем Харибаджане. Какое великое... Какую великую жертву принес Шрила Прабхупад, мы не можем даже представить, что он сделал для нас. Весь мир он может выражать почтение и уважение каким-то обманщикам, те, кто... In the name of Harikatha Harivajan, those who are going to, в одеждах саду обманывает весь мир, обычные люди, они настолько глупы, что хотят быть обмануты, поэтому их обманывают. Можно вспомнить эту цитату Шрилы Прабхупады. Весь мир он может выразить почтение каким-то обманщикам, так называемым духовным лидерам, те, кто идут на компромиссы с майей. И такие люди, они всегда готовы идти на компромисс с майей, так называемые эти прачараки, проповедники. И вот весь мир может выражать почтение им. But they cannot understand the actual mercy of они не могут понять настоящую милость Шрилы Прабхупады. They are so those common people. Вот эти обычные люди настолько неудачливы, что не могут понять славу Шрилы Прабхупады. Они не могут, не могли и не могут понять даже сегодня славу Шрилы Прабхупады. Харибаджан, он невозможен, если мы находимся в майе. Харибаджан cannot be done with the mixture of Maya. Харибаджан, он вместе с майей не может совершаться. Cannot be done with the mixture of Maya. Because see, Hari is beyond the material limitation. Whole world поскольку Шри Хари, он за пределами материальных ограничений. Все люди не выражают уважение и почет этим обманщикам, те, кто находится в на положении духовных лидеров, поскольку ну, так иногда бывает, что такие лидеры идут на компромисс с майя, чтобы получить какие-то удобства, но все же они не готовы, обычные люди, они не готовы going to be cheated by them till they cannot принять. They are not ready to understand Srila Prabhupada and his Прабхупаду и его миссию. Srila Prabhupada used to say Srila Prabhupada, он обычно говорил, что если весь мир он выступает против меня, все равно я не перестану говорить об абсолютной истине. Standing under the и вот, находясь под лотосными стопами моего Парамахамса Гурудевы, я не могу прекратить говорить об этой абсолютной истине, абсолютным образом. Шрила Прабхупад часто говорил служить лотосным, для того, чтобы служить лотосным стопам Парамахамса Джагадгуру, я готов отправиться в ад с подписанным контрактом.
Шрила Прабхупад, он часто говорил, что думать об удовлетворении обычных людей и думать о радости, о том, чтобы Верховный Господь был доволен, это разные вещи. Кто-то может сказать, пытаться удовлетворять обычных людей, кто-то может пытаться... И вот такое удовлетворение обычных людей, это можно сравнить его с атмапратиштхой, атмалабхом, то есть самоудовлетворением, для чистой совести, как говорят. Но чтобы делать что-то для абсолюта, для абсолютным образом, это зовется настоящим служением. И говорить об абсолютным образом, воспевать славу Верховного Господа абсолютным образом, это зовется настоящее служение. Если я могу воспеть славу Верховного Господа, то для полного удовлетворения Верховного Господа Гаурахари это зовется настоящее служение. Шрила Прабхупад никогда не хотел идти ни на какие компромиссы, ни с кем относительно служения и Сиддханты. Srila Prabhupada never wanted to go for any compromise with anybody regarding seva. Try to understand this point. Пытайтесь понять это. To go for compromise with anybody regarding seva or siddhanta. To go for compromise with anybody means. Идти с кем-то на компромисс, значит, оставить что-то хорошее и принять плохое от него, что это не позволяется для чистого преданного. Никакой ценой чистый преданный он не должен делать это. Несколько примеров. One or two very important examples can clarify this point. Очень важных примеров они могут прояснить это. Однажды Шрила Прабхупад был приглашен Раджой Махиндрачандрой из Мурсидабада. To speak Харикатха for 3-4 days. Говорит Харикатху 3-4 дня, но когда Шрила Прабхупад пришел туда and started speaking about the absolute truth, absolute way. Then most of the members of Raja Manindra Chandra, этого Раджа Махиндра Чандра, они хотели остановить Шрилу Прабхупаду. Они начали кричать: прекратите, мы не хотим слушать это. И вот Шрила Прабхупад был вынужден остановить Харикатху и оставить это место. И он поселился в Мадан Махан Мандире. Там царь его этот храм одолжил на время, но Шрила Прабхупад не мог принять ни капли воды. В течение 3 дней он постился. Он был без воды. И вот, вернувшись из Мурсидабада, Шрила Прабхупад принял прасад и воду в Шри Майяпуре. Раджа Манинда Чандра could not know. Раджа Манинда Чандра could not know. И вот этот царь Махиндра Чандра не знал, что when he came to know об этом, и когда он узнал о том, что Шрила Прабхупада постился, он начал плакать, как ребенок, из-за оскорбления, которое неосознанно так совершил. Шрила Прабхупада сказал ему, что поскольку я не мог дать вам ничего, поэтому я не смог и взять от вас ничего. Если я не могу вам принести никакого блага, то я и не могу принять ничего от вас. И поэтому у меня не было права ничего принимать в вашем доме, поскольку я не смог сделать ничего хорошего для вас. Я не смог говорить Харикатху, и поэтому для меня
я не смог ни воды, ни еды от вас принять. И также другой пример очень подходит здесь. Я хочу привести его достаточно давно. Когда Шрила Бимала Прасад Сарасвати был с Бхактивинода Такуром, Пурушоттам Даме совершал баджан вместе, рядом с самадхи Шрилы Харидас Такура. И там Бхактивинод Такур говорил читал читание Чайтамриту перед какими-то преданными. All people, including those, и все люди вместе с этими бабаджами, они слушали Харикатху. И Бимала Прасад тоже был там. И однажды Шрила Бхактивинода Такур, он хотел отдать, вместо себя он сказал Шриле Прабхупаде, чтобы он вместо него говорил Харикатху в это время, пока его не будет в Пуре. Bhaktivinoda Thakur wanted to go to Calcutta. He was supposed to go to Calcutta for some seva. Bhaktivinoda Thakur надо было отлучиться в Калькутту на какое-то время. И вот он хотел занять Бимала Прасада, чтобы он за него говорил Харикатху. И вот тот согласился. И вот Бимала Прасад начал объяснять читание Чайтамриту. To carry out the order of Srila Bhaktivinoda Thakur, the Bimala Prasad Saraswati started explaining. И вот он начал объяснять читание Чайтамриту. But due to his absolute speech, most of the audience started flying away. Из-за того, что Шрила Прабхупад говорил абсолютным образом, много слушателей не смогло слушать. И вот когда Шрила Бхактивинода Такур вернулся, увидел, что слушателей меньше стало. Most of the audience gone. И понял, почему. Не понял, почему, решил выяснить. И вот ничего не сказав, он сам сказал Шриле Прабхупаде, чтобы он продолжал. А я сейчас отдохну и продолжу. Шрила Бхактивинода Такур начал слушать Харикатху, которую говорил Шрила Прабхупад, и после этого Бхактивинода Такур обнаружил, что та причина, по которой люди он понял, как, что не все могут слушать такую великолепнейшую Харикатху. Really, that Harikatha was very excellent. So Bhaktivinoda Thakur was very, very satisfied. Шрила Прабхупад был очень доволен. To hear Harikatha, that kind of explanation. Слыша такую великолепную Харикатху. Точнее, Шрила Бхактивинода Такур был доволен, слыша от Шрилы Прабхупады такую Харикатху. И вот тогда Бхактивинода Такур понял, что большинство людей они не способны переварить такую Харикатху. They have no right to hear about that absolute truth. У них не было права слушать об абсолютной истине, поэтому они ушли. И вот Шрила Бхактивинода Такур был очень вдохновлен, очень доволен, слыша Харикатху Шрилы Прабхупады. И также он понял, что почему большинство людей ушло. Ну, ушли так ушли. Но те сахаджи, они обиделись и решили отомстить Шриле Прабхупаде, Бимала Прасаду. Они хотели убить его даже, что из-за его абсолютной такой...
Харикатхи, абсолютной Харикатхи. И в итоге Шрила Бхактивинода Тхакур, он решил отправить Бимала Прасада Сарасвати на Враджапатан. Враджапатан значит Шри Майяпур. Чанда Шикар Ачарья Бхаван, это сейчас Чайтанья Махапрабху находится. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур в итоге отправил Бимала Прасада Сарасвати в Враджапатан Шри Майяпур, чтобы тот начал намаягью, стакорную намаягью. Шрила Прабхупад принял обет. Он достиг этого места и начал следовать врате обеду очень строго под руководством Намачарьи Шрилы Харидаса Тхакура. Он непрерывно повторял Харинам три лакха. И вот в процессе враты Панчататва вместе с всей нашей предыдущей Гурваргой они явились перед Шрилой Прабхупадой, чтобы дать ему наставление, чтобы он проповедовал Чайтанья Вани открыто. Шрила Прабхупад, он хотел сказать, и вот Шрила Прабхупад хотел сказать, как это могло бы быть возможным для него. Он хотел спросить, как без власти, без денег, без людей, как я могу проповедовать. Но Гурварга и Панчататва, они сказали, что ты обретешь все. Мы пошлем все тебе. Ты иди и проповедуй. И вот таким образом один за одним все спутники Шрилы Прабхупады, они пришли и чтобы помогать в этом служении, в распространении послания Шримана Махапрабху. Шрила Прабхупад говорил, что малейшее отклонение от пути Гурупад Падмы в итоге скинет нас с пути Харибаджана. И я хочу в этом отношении привести пример бывшего Васудева и бывшего Сундарананды. Они оставили Шрилу Прабхупаду, и поэтому любое служение, которое они сделали раньше, и оно все, как сказать, но если оскорбление какое-то совершили, то оно все аннулируется. Если это наше сердце осквернено оскорблением, то это все аннулируется. But due to great aparad, unto the lotus feet of Srila Prabhupada. И вот из-за оскорблений, которые они совершили в адрес Шрилы Прабхупады и Гауди Миссии, они все пали, и они начали критиковать Шрилу Прабхупаду и его миссию. Они начали писать какие-то книги против Шрилы Прабхупады и его миссии. И это доказывает их ложное гуру бхакти. Настоящий гуру бхакти, но не может позволить нам идти в ад.
как они посмели выступить против Шрилы Прабхупады и его миссии. Хотя мы знаем очень ясно, что Гаудия миссия, она была начата по указанию Шримана Махапрабху и Панчататвы. И как кто-то может заявлять, что миссия Шрилы Прабхупады была неуспешна? Если вообще миссия Шрилы Прабхупады и сам Шрила Прабхупад был неуспешен, то и мы, его последователи, тоже получаемся неуспешны, и наша миссия, она тоже получается провальной. Кто-то может оставить прямо Шрилу Прабхупаду, кто-то косвенно. И эти обе группы, они падшие, но в сравнении первая лучше, чем вторая, поскольку, по крайней мере, они оставили Шрилу Прабхупаду, но открыто. Которые оставили сердцем, но внешне придерживаются, это хуже. Whereas some can leave Prabhupada indirectly, but both groups are fallen, no doubt. Srila Prabhupada. Somebody going to leave Prabhupada indirectly? Both groups are fallen. Comparatively, the first group is more better than the second group. Ну вот, если сравнивать, первые лучше, чем вторые, поскольку они, по крайней мере, оставили открыто Шрилу Прабхупаду без всякого... То есть не пытаясь контролировать Шрилу Прабхупаду и его миссию. И не пытаясь как-то разрушить и что-то отнять у этой миссии. Without any conspiracy to get control over the chair of Srila Prabhupada and his title. Very often Srila Prabhupada used to speak. Srila Prabhupada очень часто говорил: не пытайтесь контролировать других. This can become это может стать причиной вашего рабства. Почему вы пытаетесь контролировать других? Это моя обязанность. Я действую как ачарья. Почему вы критикуете других? Это моя обязанность. И вот сейчас мы можем понять значение слов Шрилы Прабхупады, что малейшее отклонение от пути Гурупад Падмы в итоге может сбросить вас с пути Харибаджана. Ведро молока, оно может стать бесполезным, если в него попадет капля вина, оно осквернится. И то же самое случилось. Пытайтесь понять эту главную сиддханту. Мы хотим закрыть. Мы хотим остановить этих людей навсегда. И вот мы хотим остановить таких людей, сделать так, чтобы они перестали говорить. И вот под руководством Сати Деви, которая хотела остановить так, чтобы он не совершал оскорбления Шивы, и вот она сказала. That dushan parishan hi guneshu sadavo grinanti kachit no bhavadrishadhyaha gunangsho falguna bhuli karishnabo mahatma speshu avidyat bhavanagam
Душан парешан хи гунешу садаво гриннанти кечит но бхавадрисати яха. Гунанша фальгуно бхули каришнаво махаттамас кечу абиддат бхаванахам. И вот те великие парамхамсы, они настолько велики, что даже если какие-то недостатки у кого-то бывают, они помогают таким людям как-то возвыситься, они даруют милость таким людям, чтобы они тоже смогли возвыситься в Харибаджане. Кечит но бхавадрисати яха. Сам парамханса they are so merciful. И вот какие-то парамхамсы насколько только милостивы, что даже если у кого-то нету достоинств в нас, то эти парамхамсы все равно. I have some fault, but that kind of fault they're going to overlook. Они прощают эти недостатки, они говорят, что вы можете совершать Харибаджан, поэтому давайте совершайте, мы с вами, мы поможем. Но человек, как мы, он всегда пытается критиковать других. Some groups are there, Paramahansa, there is fault with me. They like to overlook and say, no, you have so many qualities, you can go. Dosana parishani guneshu, sadhavagandam. I have some fault. They like to count it as a quality. И вот какие-то люди считают чьи-то достоинства за недостатки или наоборот. Satyadevi is speaking to Father. И вот Satyadevi говорит отцу, что даже у кого-то есть великие качества, но такие люди, они ищут недостатки среди этих всех великих качеств. И вот Сатидеви говорит, что anybody, they are not going to praise, they are not going to glorify, or they are not going to criticize anybody. Okay, still it is okay. And какие-то люди, например, никого не критикуют, ничего не говорят ни о ком, а парамахамсы, они show some quality among us. Они видят хорошее качество в нас, как пример, который дан Шрилой Бхактивинода Тхакура. В Зайвадхарме можно вспомнить Майвади Вайшнавадас, когда он пришел, чтобы встретиться с Парамхамса Бабаджи Махараджем, то Бабаджи Махарадж начал плакать, что ты, саньяси, зачем ты кланяешься мне? Ты настолько велик и ты выше саньяси, зачем ты кланяешься мне? И Парамхамса Бабаджи Махарадж, смотрите, лучший из парамхамс, он вынужден был принять эту дживатму, чтобы дать дикшу ему. И в итоге его имя стало Вайшнавадас. И не только это. Бабаджи Махарадж, он сидел в Мадхава Лата Кунджа и показал Вайшнавадасу, что у тебя есть это нитья, вечное служение внутри Враджадамы, Осаки. Смотри, Вриндадеви очень гневается, пытается сделать что-то, чтобы эта божественная чита Рада Кришна, она не беспокоилась ни о чем, это твое служение. И таким образом Бабаджи Махарадж дал указание Вайшнавадасу на его вечное служение. Это было рано утром в Нишанталилу. И вот Гуру Вайшнава не всегда помогают нам бесчисленными способами. И Джаганнатдас Бабаджи Махарадж говорит, что это мы неудачливы, поскольку те, кто помогают нам на пути Харибаджана, те, кто говорят об абсолютной истине абсолютным образом,
think they are our enemy. Мы думаем о них как о наших врагах. В этом проблема. Те, кто хотят помочь нам, мы иногда мы таких людей относимся к таким людям, как к врагам. И вот Джагнадас Бабаджи Махарадж, он сокрушается, говорит об этом. И вот Сати Деви Дурга, она говорит: Also, when somebody going to criticize Guru Vaishnava, и вот когда кто-то критикует Гуру Вайшнава, кто-то критикует Шрилу Прабхупаду и его миссию, каков же совет Сати Деви? Сати Деви говорит: Карнум пидхайо нирьяд жадакалп ише. Карнум пидхайо нирьяд жадакалп мише. Дхарма дхарма витарья Сринивир, Сринивир, Нивир Рассамане, Чиндят, Прахасья Рушати, Рушатим Масатам Прахусчет, Дивхам Машунопи Тату Бисриджет Садхармаха. What Devi is speaking? Devi Майя? Что Деви говорит? Карно Пидхайо Нираяд Джадагалпамише. If you are not able to protest heavily against those idiots, если вы не готовы протестовать против Гуру Драхи, те, кто критикует Гуру Вайшнавов, те, кто критикует Шрилу Прабхупаду, Бхактивинода Тхакура и их миссию, это наставление Деви. If you have no capacity to protest если у нас heavily, нет then, возможности протестовать, то мы должны заткнуть уши и не слышать это, и уйти в другое место. Мы должны прекратить слушать это и оставить это место. If you have power, you can cut the tongue of that idiot. Если у вас есть возможность, то должны отрубить язык того, кто оскорбляет Гуру и Вайшнавов и Шрилу Прабхупаду с его миссией. Если у нас есть та сила, та возможность, а если нет, то мы должны уйти или оставить свое тело. Why I am going to hear all rubbish about Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur? Почему мы должны слушать оскорбления Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура? Зачем мы это слушаем? Вот мы должны сделать любую из этих трех вариантов. Либо перестать слушать, либо отрезать язык этому оскорбителю, либо оставить тело. Это пример, который дала нам Сита Деви. Then a fitting strong answer should be given to stop the tongue. Or if this is also not possible, then to leave the body can be a solution. Or even if it, the third option is that you will have to leave the spot. If you cannot find any solution, if you cannot give any answer, fitting answer, then you will have to stop hearing. Stop your ear plug with finger and go away from that spot before hearing anything about Guru Vaishnava. Also, и также Srila Prabhupada used to Srila Prabhupada, он говорил обычно, to become very agitated. Srila Prabhupada used to say that to become very agitated in the humiliation or criticism of Guru Vaishnava, если кто-то, если мы очень возмущаемся, когда слышим оскорбление Гуру и Вайшнавов, это зовется настоящий достойный вайшнавизм.
И вот на сегодня конец. Вот в следующий раз я в какой-то из следующих дней я начну с этой точки. I am bound to speak all about the absolute truth, absolute way.